Меня зовут Зундул Ама. Вы смотрите гороскоп Зуркайна. ТВ сегодня воскресенье, 7 ноября, третий день по лунному календарю. День успешен для людей, родившихся в год барана, обезьяны, петуха, собаки, свиньи и мыши. Все задуманные дела будут решаться легко. В этот день благоприятно устраивать праздники и представления. Молодоженам благоприятно регистрировать брак, день удачи для работы с деревом и драгоценными камнями. Неблагоприятно отдавать домашний скот. Не рекомендуется принимать дорогие подарки и совершать дорогие покупки. Результат это приведет к разорению. Отправляться в дорогу сегодня к удаче и радости, стрижка волос – счастью. И помните, если проблему решить можно, не стоит о ней беспокоиться. Если проблему решить нельзя, беспокоиться бесполезно. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.